Всем привет, меня зовут Максим, канал DJ Family. Продолжаем WWE 2020. Так, у нас вновь SmackDown Live. И защита титула командных чемпионов. В общем, Луча Пати будут пытаться забрать себе пояс, даже пояса, а именно Гранд Металлик и Лэнс Дорадо. Да. Блин, забыл музыку включить. Вот это обидно. Ну ладно. Ну и чемпионы, командные чемпионы SmackDown, Шенске Накамура и... и Сезаро. Да. Шенске и Сезаро. Guys, I cannot overstate the importance of this match here tonight. Of course not, Michael. Anytime the tag titles are on the line. Давненько, очень давненько не было видео по WWE. Ну, как бы особо времени не было, да и каких-то интересных боев тоже особо не было. Вот поэтому и, в принципе, и видео не было. Тавтология, конечно, небольшая, но да ладно. В общем, постараюсь больше так не делать. В общем, надо в любом случае хоть пару видосиков в недельку выкладывать. Но сейчас вас ждет очень-очень много. Буквально сейчас пару боев на Смакдауне будет с защитой титулов. А потом NXT, очень крупненький. И, конечно же, SummerSlam. Долгожданный SummerSlam. Так, ну все, я готов. Опачки, отлично, нет, не очень, тихо. Блин, играю с непривычки опять-таки на PlayStation-овском геймпаде, и не очень-то на нем как-то получается, на самом деле. Уже, наверное, привык к Xbox-овому, и, наверное, надо будет опять прям на рестлинг чисто на нем играть. Потому что там-то я уже очень-очень сильно привык. Ну, три года все-таки на том геймпаде. Опачки. Блин, два раза не успел. Так, давай-ка сменимся. Успеем? Да, отлично. Отлично. Апперкотик. Еще один. Крутил я тебе, говорит, на банане. О, отлично, суплекс. А еще раз. Опа, тихо. Хорош. Тихо. Не успел, серьезно. Ой, командная сменочка, командные пиздюлечки. Ау. Да хватит. Я говорю, на этом геймпаде почему-то... Опа. Да что ты делаешь? Отлично. Хорош. Не, вот сейчас вот очень плохо, на самом деле. Очень плохо. Надо уползти прям, надо что-нибудь сделать. А, реверс я не смогу сделать. Вот и дело, тихо. Шенске, помогай. Шенске, дружок. Надо меняться 100%. Отлично. Ты чё? Дружище, ты чё сделал? Ты зачем так сделал? Ты чё меня подставляешь? Я еле как накопил реверс, а ты меня вот так вкинул? Ты что? Шенске, вернись. Я не понимаю, что происходит.
just in my eyes and an American hero. He also has the best entrance wardrobe in WWE. That actually means something, coming from the most well-dressed guy at ringside. And guys, Lindsay Dorado taking full advantage. Поменяй, поменяй меня. Отлично, спасибо. Давай, Шенский, я верю в тебя. Хорош. Хорош. Ну, конечно же нет. Ну что, совсем что ли? О, очки. Вот эта комбинация. Отличная. Но выпендривался пока рано. Выпендривался пока рано. Тем более, опять-таки, Риверс. Сигна. Хорош, прошло. Все, вроде бы пришли в норму. Но это как бы не точно. А можно еще сделать так. Опачки, хорош. Опачки, хорош. Ну-ка, давай. Прошло. Да ну, серьезно. Да, это серьезно. Это серьезно. Блин, лучшицы сегодня прям очень сильно подготовлены. Хотя, если вспомнить стрим последний, то они там даже против очень серьезных противников держались достойно и очень долго. We have seen such a physical match from these combatants, and the wear and tear is starting to show. And now's the time where the smartest competitor needs to take advantage of the situation. Needs to figure out the quickest way to end this. Хорош. With a belly to belly. Фух. Cesaro is letting his opponent know how they do it on the continent. Oh my gosh! Отлично, апперкот. Так, ну и что, все равно рано заканчивается, так что. Ну, просто... Да, Рада надо тоже подбить немножечко. Надо отомстить. Ну что, сильно они нас очень побили. Болевой. Ну и, конечно же, канат. Кто бы сомневался. Так, у Металлика... Тихо. Камбэк у него. Да? Нет? Отлично. Отлично. Так, тихо. Ау. Это камбэк, да? Это камбэк, ребятушки, это камбэк. Это очень больно. Это очень может быть... Больно и опасно. Что ты делаешь? Не успел. Блин, опять на экране сейчас они будут. Надо, короче, брать старый геймпад. По-другому никак. Да ты что так быстро? Хорош. Я хотел залезть. The champ to the top turnbuckle. From the top. Ooh, серьезно? Нет, тихо. Now it's Grand Malik making him pay. Что творят пацаны? Серьезно, так, это Риверс. У него финишер. Опасно. Отлично. Все. Я думаю, можно потихонечку заканчивать с ними. Прям потихонечку. Хорош. Но этому, конечно же, надо тоже отдать должок.
the tag. Да ну что ты? Не дает мне бомбу сделать, и все. Ой, тихо. Да, это проблемка. Это очень большая проблемка. Нужен реверс. Отлично. Отлично. Кого ты? Зачем? Так. Давай. Отлично. Все, удержание. Давай. Канаты, черт, канаты. Или нет? Нет, не канаты. Но это я сам. Это я сам, потому что надо... Надо по-другому это все делать. Давай, пока Лэнс в отрубе. Отлично. Вот это все. Это все, ребятушки. Да. Ну и что ж, я поздравляю с защитой титула наших командных чемпионов Смакдауна. И я думаю, хороший бой получился. Поначалу, конечно, всирали очень сильно, но потом ребята собрались и сделали то, что нужно. Да, все еще чемпионы Смакдауна. Сезаро и Шински Накамура. To be honest, there was part of me that thought we may be looking at new tag team champions here tonight. And that's exactly the type of action we've come to expect when the tag team. Одно могу сказать, что лучше все. Очень-очень сильные противники. Они уже не раз это доказывали, и, в принципе, сегодня тоже показали отличное шоу, отличный поединок. В общем, ребятушки, надеюсь, что вам понравилось, и вы поставите лайкосик. А на этом пока все. До скорых встреч. Пока-пока.